Хей-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам, как оседлать лошадь-скелет в Майнкрафте в Bugs Edition. Ну что ж, вот перед нами наша лошадь, и чтобы оседлать, вам придется, во-первых, призвать лошадь-скелет, а во-вторых, вам придется дождаться, когда у вас появится очень сильный дождь, и будет очень сильная гроза. Но ее вызвать можете с помощью программы NKM Master или с помощью чего-то еще. После чего молния должна ударить в лошадь-скелет, и она появится со скелетами, которых вы должны убить, и также после того, как вы убили этих скелетов, вы можете залезть на лошадь, но если вы хотите сделать все полегче, то вы можете включить сложность на минимум, и тогда лошадь-скелет появится без скелетов. Ну что ж, теперь, как видите, мы можем на нее залезть, и также спокойно на нее можем мы одеть наше седло, после чего на ней мы сможем кататься. Я не знаю, чем она отличается от обычной лошади, но кому-то она нужна. Вот, пример, здесь есть уже лошадки, и, как видите, спокойно на них мы можем залезть, потому что вчера у меня был сильный дождь с сильной грозой, поэтому у меня появилось очень много разных лошадей-скелетов. Да, просто спавним. И сейчас я докажу, что на эту лошадь я залезть, к сожалению, не могу. Да, я могу ее только побить. Ну что ж, как видите, вот такой секрет или фишка в нашем Майнкрафте. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.